подарком. Для 30 ребят из 7 участников СВО накануне открыли дорогу в школу. Встреча продолжила череду мероприятий в рамках ежегодной благотворительной акции. Ребятам подарили красочные школьные наборы, а в этих коробочках все самое необходимое. От ластика и ручек до цветной бумаги и картона. Всего 34 предмета. Безусловно, они довольны, это важно. Каждый ребенок любит внимание, заботу. Я у него спросила, тебе все нравится? Он сказал, очень нравится. Так что он вообще любит эти мероприятия все. Как можно чаще проводить такие праздники, это будет вообще отлично. Ребята развлекались в боулинге, в лазертаге, а потом пустились в большой парк с горками, батутами и лабиринтами. Не все первоклассники из 7 участников СВО смогли прийти на праздник. Всего, по данным городского управления соцподдержки, таких ребят в Орле 64. Кто-то еще отдыхает, кто-то в лагере находится, кто-то не смог сегодня присутствовать. Но каждый из этих детей обязательно получит этот набор школьно-письменных принадлежностей, который будет радовать их. Каждый год стараются помогать первоклассникам из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детям из других категорий. Ребятам закупают ортопедические ранцы. Они вместительные, а весят всего лишь около 800 граммов. Управление соцподдержки сообщило, что в этом году приобрели более 170 таких ранцев. На это из городского бюджета выделили почти 400 тысяч рублей. А еще акции помогают спонсоры, увеличивая число подарков.